Первые указатели новой туристической навигации были установлены в конце июня. Прошедший месяц показал их слабые стороны. Никаких специальных испытаний не проводили. Все отдали на откуп погодным условиям. На устойчивость проверил сильный ветер, на качество материалов постоянные дожди. Мы усилили трубу и усилили несущую конструкцию снизу, для того, чтобы все-таки колебания были сведены к минимуму. В первую очередь навигация – это все-таки безопасность. Сейчас есть определенные мнения, расхождения по поводу необходимости или, опять-таки, ненадобности указания QR-кодов на навигации. И мы тоже анализируем, собираем общественное мнение и с уважением прислушиваемся к ним. К середине августа планируют охватить весь центр Нижнего Новгорода. Таблички дублируют названия памятников, театров, музеев и пешеходных зон на английском языке. Все сделано по стандартам Министерства культуры Российской Федерации и, естественно, для удобства иностранных гостей, которые постоянно приезжают к нам в город. В следующем году туристов станет больше, они приедут на чемпионат мира по футболу. Нижегородцы считают, что с помощью таких указателей ориентироваться по городу им станет в разы легче. Красивый город, и летом хорошо. Скоро чемпионат мира по футболу, много иностранцев. Я вот в ресторане работаю, довольно много иностранцев. Вот, думаю, полезно будет. Я думаю, что необходимо такие стойки устанавливать как можно больше в людных местах, потому что, на самом деле, ориентироваться в город туристам – это необходимо, и большой волонтерский корпус может не справиться. Или местами не всегда удачно справляться с этой задачей. И информационные стенды, доски, информационная поддержка любая будет очень кстати. Программа по установке туристической навигации включает в себя несколько этапов. К 2021 году они появятся в каждом районе города. Евгений Деревянко, Антон Ганин, Андрей Панов, «Столица Нижней».